Он очень богат каротином, это очень редкий гриб и очень полезный. Вот так выглядит черная лисичка. По-научному вороночник рожковидный. Для заготовителей это просто открытие. Раньше такие грибы часто встречались в Карпатах. Теперь вот появились и в Сибири. Но пока это диковинка. Такие темные лисички удивляют грибников. Но эксперты говорят, эти необычные дары леса не только съедобны, но и вкусны. В Европе их считают деликатесом. Вот это вот экзотический ресторанный гриб. В этом году у нас вырос и, можно сказать, даже был неплохой урожай. На следующий год мы уже будем более готовы к такому грибуну, потому что мы были явно удивлены, что первый год в таком количестве он произрастал. Грибы замораживают и сушат в заготовительных пунктах. На юге края их более десятка. Там же принимают кедровый орех. Шишки пойдут на переработку. Будут делать полезное масло. Шишка не крупная, то есть, ну, в принципе, нормально. То есть, как бы орех по плотности тоже хороший. То есть, пустой попадается, но это не без этого, то есть по погодным условиям все это произошло. А здесь сейчас у нас находится, то есть, порядка 300 мешков, то есть это в перерасчете, то есть это в районе 2,5 тонн ореха. А в холодильниках большие запасы ягоды, брусники и облепихи. Уже сейчас начали закупать сушеную черемуху и черноплодную рябину. Но и это не все. Заготовили в достаточном количестве и лекарственные травы. Здесь и морали корень, и вот высушенные листья бадана, а это исландский мох. Заготовили его почти 100 килограммов. Природный антибиотик помогает справиться с разными болезнями. Традиционная продукция пойдет не только на прилавки магазинов края. Ее отправят в Москву, Санкт-Петербург и Вологду. А вот черные лисички пока популярны только за границей. Экспортно ориентированный у нас продукт – это лисичка. То есть мы с ней работали и работаем. У нас вот нынче на этой базе уже были испанцы, готовы с нами сотрудничать, заключать контракт хоть сегодня. Сейчас сборщики ждут, когда установится сухая осенняя погода. Возможно, удастся еще заготовить рыжики и белые грибы. В прошлом году их собирали прямо из-под снега. Ольга Максюшина, Алексей Фролов, Енисей. Новости.